сегодня находимся с вами на очень нужном и торжественном событии. Мы сегодня начинаем работу по восстановлению соединительного канала между Черным морем и Тильгульским лиманом. И, как я это говорил ранее, мы практически успели забежать на последнюю ступеньку уходящего поезда. Потому что, по мнению ученых, еще год-два, и Тильгульский лиман бы превратился в три отдельных озера. Я от лица областного совета и от себя лично хочу поблагодарить всех коллег, депутатов областного совета и особенно Олега Джумберовича Кутаталадзе, который был прародителем всей этой программы, который настаивал и добивался, чтобы данная программа получила нужную поддержку в сессионном зале. Также этого не могло бы случиться без поддержки наших коллег, депутатов Верховной Рады, а именно межфракцийной группы «Юг Украины», которую возглавляет Павел Акимович Унгурян, наш земляк, который здесь присутствует. Я думаю, что он тоже скажет несколько хороших слов. Да, для нас, тех, кто находится здесь рядом с этим лиманом, сегодняшнее событие является просто неоценимым, потому что это практически жизнь тех сел, которые рядом находятся с лиманом, двух районов и еще и части Николаевской области. Поэтому я хотел бы выразить огромную благодарность руководству Одесского областного совета, председателя областного совета Урбанского Анатолия Игоревича и народному депутату Гуряну Павлу Кировичу, который сегодня здесь присутствует и помог еще дополнительные средства нам получить, для того, чтобы лиман мог развиваться и жить, и чтобы была здесь жизнь вокруг него. Поэтому я вас поздравляю с этим событием, больше я говорить ничего не буду, спасибо.